Всем привет, друзья, с вами Джесс, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Resident Evil Revelations 2, или по-японски Biohazard Revelations 2. Игра появилась уже давно, но я все равно не упустил время и решил поиграть в нее, посмотреть, что же это за Resident Evil такой и с чем его едят. На игру говорили очень много, что она проседает в FPS, очень много слишком сильно требует от ПК ресурсов. В общем, сейчас это все проверим, посмотрим на графику, как все это дело выглядит, как работает и такая ли она страшная, как говорили. Ну что, давайте начнем игру. Поехали! Такой глазище нас посмотрело прямо сразу. Сразу стало страшно, непонятно, кто здесь нас будет пугать и чем здесь будут нас пугать. Игра разделена на эпизоды, продается все это дело в Стиме, то есть можно купить по эпизодам или сразу весь бандл, весь пак можно купить сразу все эпизоды и проходить, вот. Так, ну стандартные, в принципе, для игры, то есть такие вещи, проходим настройки, все дела, сейчас подкрутим немножко настройку. Так, ну что, легко, нормально или сложно? Легко, это у нас нетрудные испытания для игрока, серьезные испытания для игрока, суровые испытания для игрока. Ну давайте возьмем, наверное, серьезные испытания для игрока, проходить игру я всю не буду. Смотр сделаем, и все, эпизод 1, Pelin Colony. Wow. Еще одна загрузка, давайте уже перейдем в настройки, подкрутим все дело и уже начнется. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, нифига себе, пипец, нас... То есть мы сейчас оказались в тюрьме, нас сюда кинули, получается. И, ух ты, господи, туалет один, и то без канализации, без какой-то. Так, ну что, давайте выходим, буду играть я сегодня на контроллере. Давайте сейчас я настрою немножко звук. Так, ну что, пошли, пошли выбираться... С этих непонятных катакомб, в принципе, знаете, все смотрится довольно-таки неплохо, хорошо. Поставил графику на высокий большой такой здоровенный уровень. Супер там сглаживание, тени вроде бы такие, ничего. Не знаю, как это на записи передастся, вот. И так, в принципе, игра требует, знаете, ни много ни мало. Так, давайте побежим уже тогда. Вот, так-то лучше, что тут у нас есть. Так, уже кто-то здесь выбрался, я смотрю. У кого-то получается, кто-то такой гигант, сильный такой монстр. Так... Субтитры, все дела на месте, все нормально, все замечательно, все хорошо. Так, я знаю, окей, побежали, побежали. Так, нужно тебя спасти, девочка, да? Спасти тебя нужно, а я тебя не буду спасать. Давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Может, какие-то нычки, кроме туалета, все раздолбанные. Пожалуйста, такая типа бегает, я тебя не буду спасать. Это, кстати, наша подруга, если так можно сказать. И мы сюда вместе попали с ней. Так, давайте спасем тогда тебя уже. Ой, так, сбегите из комплекса. Все решетки у нас открыты. Ага, все замечательно, все открыто, все хорошо. Так, ты сзади нас. Ага, хорошо, давайте. Ух ты, так ярко прям, пипец. Так, что-то завалы какие-то. Как нам отсюда выходить? А, здесь есть дверь, это хорошо. Так, все замечательно. Воу-воу-воу-воу, господи, это же... Бардак, нифига себе, это мертвые, подвешенные здесь, боже ты мой. Да, обстановочка, знаете, такая не очень хорошая. Да, да, пугающая, знаете, узасаясь. Лайшка! Господи! What the fuck опять творится, блин, здесь... Ой, как я люблю хоррор, ребята, господи, просто охренеть. Серьезно, мужика, человека взяли, пропотыкали, подвесили, как сосиски. О, господи. Испугался, испугался. Так, что у нас там дальше? Мы можем перепрыгнуть? Оки-доки. Так, а здесь у нас больше нет никаких. Так, ну куда ты прыгаешь? Вот куда ты? Вот еще один человек. Или кто ты? Это карусель большая. Карусель, карусель. Мы вылазим скорее, давайте. О, да, тут еще, видимо, таких много будет приколюх. Опа, оп, оп, осторожно, осторожно, очень проходим. Вы сейчас можете наблюдать очень такие красивый пейзаж. Такой красивый пейзаж, такой ничего пейзаж. Да, так мне прям нравится. Прям камера, камера, как всегда, неправильно может, неправильно поворачивается. Ладно, пофиг на камеру. Дальше мы можем пройти, к сожалению. Нет, ну нет, так сюда нет, тогда нам вот по... железным путям, только сюда. Я думал, у нас тут что-то съедет, что-то эпик будет какой-то. На самом деле, нифига подобного. Но нет, так нет. Ой, господи, девушка кричит, вы слышите? Бочки стоят. Нет, нет, знаете, не слышал. Господи, тут же кровь, боже ты мой.
Ух ты, нифига себе, знаете, мне уже не нравится. Уже не нравится. Что я могу взять? Канист. Там кровь тоже, да? Пипец, там везде кровь. Тут везде всех, наверное, убивали и будут убивать. А мы будем их сейчас убивать. Нам бы какое-то оружие, знаете, какое-то оружие. Ух ты, смотрите, что надо. Вау, вот это ножик. Прямо с завода, наверное. Ух ты, классно. А тебе фонарик. Вот так вот. Так, рукопашка. Опа, оп, иди сюда. Чики-чики-чики. Порежу, иди сюда. А ну, дай фонарик погонять. Оп, нифига себе. Ты пипец. Бесстрашный, что ли? Ладно, своих резать нельзя, понятно. Больше ничего здесь нет у нас. Все хорошо, драться мы умеем. Это хорошо. Ну что, давайте войдем. Опа. Фу, блин. Какого? What the fuck? What the fuck? Boom, bitches. What the fuck? Пипец. Это тут не просто what the fuck. Тут... Oh my fucking god. Щет. Ух ты, камеры, смотрите, нас еще снимают. Привет! Помаши ножиком в камеру. Какие-то записки, правила. Следующее правило не наблюдает за испытаниями вести. Круглосуточно отслеживая все изменения, достижения регуляции. Здесь, конечно, имеются испытаемые. Бла-бла-бла-бла-бла. В общем, это нам все не надо, наверное. Хотя, если надо, все равно читать не буду. Так. Мы открытие-то можем делать, нет? Как-то ух ты, мы можем, смотрите, а мы что взяли? А ну-ка, давайте откроем, посмотрим. Это у нас патроны к пистолету, патроны. О, это хорошо. Это, знаете, очень, ребят, хорошо, можно обратно. Но обратно мы не пойдем, это нам не надо. Только вперед. Только к сражениям. Готовы мы с тобой. Да или нет, ответь мне. Она бегает от меня, как будто пипец. Как будто пипец. Ты боишься, что ли, меня, девочка? В колготках. В таком месте, да и в колготках, знаете, надо в джинсах. Вот это пипец. У меня просто других слов нет. Нет, они есть, но я не буду ругаться. Сейчас шкаф погнули. Вот хулиганы, а. Надо как-то его сейчас поднять. Быстренько, давайте. Давай, что нажимать? А, как бы ничего не надо, окей. Сильная девушка, смотрите. Классно. Так, а я? А, пошли, 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 пошли. Так, здесь у нас теперь мы должны это дело толкануть. Во, молодец, я даже ничего не нажимаю. А, не, нужно нажимать. Вперед! Да, вот так, поехали. Ой, ты, господи! What the fuck? What the fuck? На тебе ножом в лицо засунет, ты мелкий кукух, я тебе вылез, ты меня вообще, ублюдок. Сдохни! Тварь! О, господи, это было... Это было страшно. Пипец. Так, продолжать толкать нужно, вперед! Давай! Давай мы эту хреновину, этот шкаф ненужный, столкнем. Давай. Вперед, вперед. Давай. Давай, давай, мускулистая девушка, с ножом. Давай. Клинок такой огромный, пипец. Ну, надо удерживать, что ли? Продолжай дальше. Так, продолжай, 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 продолжай. Почему мы все в крови? Почему? Господи, там сейчас девушку убьют. Скорей. Ну, скорей, ну, пролазит, ты же рабасина. Давай, ну, почему ты... Все надо удерживать. Своими пальцами хрупкими. Вот так. Вот так теперь вперед пошли. Где все? Ага. Стоять. Ага. Стой, ублюдок. А, он сейчас ее убьет. Ладно, подождите. Нужно быстренько что-нибудь здесь. Какие-то пасхалки, может быть. Нужно, наверное, аптечку принять. Потому что она что-то не очень хорошо, знаете. За тобой. Так. О, смотрите. Можно полекаться. Это хорошо, кстати. Что у нас еще имеется тут? Шкафчики. Что у нас за шкафчиках? Ничего. Еще шкафчик? Это другое дело. Так, как там лечиться, кстати? Это присесть у нас будет. Ага, вот, замечательно. Давайте использовать. А, все, хорошо, опять камеры. Еще шкафчики. Пусто. Еще шкафчик, ну. Так, хорошо, не будешь открываться? Ну и не надо. Так, присядем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Стелс, все дела. Так, уже разграбили? Да, я смотрю, уже разграбили. Опа, порезать коробочки нельзя. А ну, может там что-то? Нет, ничего. Никаких нычек не было. О, господи! Чёртовы, блин, шакалы, а, меня пугают. Так, ну, по кровавым следам не потеряешься. Что у нас тут? Так, налево? Или направо? Давайте все-таки налево, так.
А ну помогай мне открывать эту дверь. Ой, давайте откроем ее. Вот, вверх, поднимай, поднимай, поднимай. Опа! Бум! Хорошо, все замечательно. Ой, господи. Ты кто? Девушка? Боже ты мой, что с ней сделали, а? Ты ее... Нет, не знаю, не знаю. Из TerraSafe. А, это та компания, да, TerraSafe. Типа там Umbrella, типа там всего такого, я не знаю. Всякие вирусы, шмирусы, опять компании всякие. Работают, все деньги получают, делают всякие химикаты, вирусы. И мы тут умираем, страдаем. Так, нужно сюда тогда пойти, да? Ух ты! Это что, это инкубатор, что ли, какой-то? Какая-то непонятная решетка для фильтрования чего-то там. Что за... Ух ты, смотрите, ключики. Ну-ка, давайте возьмем. Давай, еще немножко держи меня за руку, я возьму их. Пинг! Бум. Все, упал. Так, дверь открылась, да? Нас увидели по камере. Привет. Ух, нифига себе. А ну-ка. Ребята, вы сейчас можете наблюдать геймплей. Вот. И как бы... Я лучше помолчу этот момент. Немножко. Камера знает свое дело. Ладно, пошлите дальше. Пройдем. И мы достать должны ключи, как я уже понял. Так, тихо, стелс. На курочку, слышь. Подруга, ты меня... Ты что там делаешь, а? Пошли на картах, быстро, все, аккуратно. Так, мы проходим быстро. Мы маленькие утята, нас никто не видит. Ух ты, еще жизни, еще подвешенные трупы. Зачем, боже ты мой? Зачем это все нужно? Кому? Господи, ты ужасно так, пипец. И противно. И потом плохо пахнуть будет еще. Можем зайти? Ноп. Окей. Так, двери открылись к зубному, скорее всего. Потому что такой большой плафон. И куча крови. И тут тазик для сплевывания. И все в крови. Просто как бы, знаете... Да. Пэньк. Ничего разбить нельзя. Почему тут ничего разбить нельзя? Что за фигня такая? Что за дерьмо опять? Нам опять дают мало свободы действий. Ой, господи, что мы можем заюзать? О, мы можем облутать. Давайте возьмем. Что это у нас такое? Рубин бонусных очков. 250. Ну, это хорошо. Это... А ну, шкафчик. Тут нечего лутать, да? Окей. Ай, так. А тут что у нас будет? Ух ты, а это у нас... Что? Сафир, кажется, был 500. Так, а за очки мы что можем покупать? Не знаю пока еще, не знаю. Потому что первый раз запустил, первый раз вообще играю в эту штуку. Так, у нас там небольшая карта была, поинт небольшой был. Так, осторожно. Воу, нифига себе. Кровь, тела, мужик упал. Его сначала убили, потом его подвесили. Давайте спустимся вниз. И найдем тебе ключи. Ух ты, какая-то, смотрите, пасхалка. Так, это монетка надо как-то будет потом добыть еще. Ой, так, прошу прощения, ребят. Что за... Да, это какой-то был очень странный звук. Вот отсюда, кажется, да? А ну выходи, кто есть. Выходи, скажи. Так, окей. Пистолет у меня, кстати, тоже не... Ух ты, можно тебе блутать, наверное, да? Ой, фу, ой, неужели он сейчас оживет? Нет, я отвернусь. Я буду смотреть на это дерьмо. Она такая... Ух ты, пистолетик. Макаров, что ли? Она такая в шортах, в этих стоит, в кроссах таких, что это ботинки такие. Такая, типа, что там есть? Давай облутаем, посмотрим, что же там у него еще есть. Я буду с фонариком, да? Буду с фонариком лучше. Так, побегаю, типа, так... Что там мы? Опа, руки! Руки вверх, скажу. Это ограбление. Ты куда... Что ты бегаешь от нас, а? Че ты... Ах ты, блин, че ты бегаешь от нас, а? Так, ладно, значит, нам нужно нажать Б. What the fuck? О, смотрите, а вон и ключи. Можно их сбить? А, их нужно, наверное, сбить. Ой. Прям в ух. Прям в ухо гильза попала. Ой, зря, наверное, я это сделал, да?
Ну, я переключилась. Все, молодец. Так, мы теперь можем... Ух ты, теперь мы можем всех слепить фонариком, как в Alan Wake. Вау. Wake up. Wake up. Джесси, wake up. Джесси, wake up. Wake up, Джесси. Так, ну фонарик... У нас, конечно, такой не очень крутой. Пэнк. I see. Ой, у меня батарейка села, что ли? Я же Господи, я же туда стреляла уже. Я же за девушку играю. Стреляла! А я как-то сразу так повел наверх. Пэнк. И все, как я их еще не раздолбал. Такая связка большая. Так, иди сюда. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. What the fuck? 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 Тихо, 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 тихо. Тут еще были потрошки. А! О! Так, ножом тебя, работаем. Ой, нет, ой, нет, ой, нет, 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 туда-сюда, туда-сюда. Все. Тихо. Че ты не помогаешь? Почему ты мне не помогаешь вообще? Иди сюда, ну-ка, иди сюда-ка. Так. Тихо, 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 да ну что, да опять ты засосываешь меня прямо в шею? Господи, да ты задолбал. Тихо, ну бей ты его фонариком. Так, меня сейчас просто-напросто тут грохнут. Она бежит, а как же я? А как же мать ее, я? Блин, фак, она просто-просто драпанула, вот вы... Просто-просто охренеть. Она просто драпанула от меня. Так, давайте использовать. Нужно, наверное, было, ребята, сразу наверх драпать. Она просто взяла и умат... Ах ты, блин, дай я тебе сейчас застрелю. Иди сюда. Сейчас мне на тебя навестись. У меня грудь, наверное, какая-то железобетонная. Блин. Столько патронов, и меня чуть не убили. Я птичку еще заюзывал впустую. Ладно. Ой, нужно было как-то по-другому. Ну, пофиг. Пофиг, это вообще... Она... Этот напарница мне никак не помогает, серьезно. Вот чем она может помогать тебе, да, наверное? Вы так думаете? Да хотя бы, не знаю... Все закрыто, конечно же. Да хотя бы фонариком, не знаю, или может она знает какие-то боевые искусства, например, да? Но нет, так нет, блин. Нахрен тебе с фонариком, помощница. Вот это что, для кооператива, наверное? Я не знаю. Бесполезный игрок. Так. Ага, мне как-то нужно монетку... Как? Нужно было сразу, наверное, уносить ноги. Ладно, аптечку я, надеюсь, еще одну найду. Аптечек. О! What the fuck? Так, тихо, тихо. Тихо, блин, да что я делаю? What the fuck? Что за прикол? Да подождите, как-то бить. И что за нафиг, а? Я тут стою. Привет, чувак. Привет. What the fuck? Я хочу переключиться обратно. У меня ключ есть. Можно тебе ключи? А, можно его слеп... Да господи, чего ты на меня напал, маньяк? Озабаченный! Да ты, блин! Че ты девушку избиваешь, а? Так, молодец. Так, так, так. Так, тихо, я тебя испеплю. Я тебя испеплю. Что за дерьмо происходит? Убей ты его уже. По ногам тебе подрежем тебе ногти. Какого черта сейчас было, ребят? Ну тебе по заднице. Разлегся. Это вообще-то не здесь нужно лежать, извините меня. А вот отдельный столик, вот здесь и ложитесь. Ой, господи, что это за дерьмо такое? Что это? Хэллоуин какой-то, господи, пипец, блин. Ой, ладно, буду лучше на клаве играть уже, давайте. То так будет намного удобнее, я думаю. Так, все пистолеты у нас есть. Бегать мы как сможем, на какие кнопочки? Так. Ага, уклон, все дела. Так, хорош бегать. What the fuck, чувак, что ты там... Ну, сейчас мы в тебя тогда это самое. Беги, 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 беги.
ну что за перезаряд? Иди сюда, блин. Дерьмо, дерьмо. Так, как там бить это у нас? А, это лекалка у нас. Она как ножом. Ага, это уклончики у нас всякие. Давайте тогда немножко залечимся. Да какого черта? Хедшот. Пипец, я даже не успел испугаться, когда на меня вот эти... Блин, демоны напали. Офигеть, отдельная комната. Сидел, нет, выбежал на меня. Так, нужно теперь не восстановить как-то мои утраченные ресурсы, блин. Как-то да, все-таки, знаете, чувствуется, что вот игра съедает от видюхи много. Все, умри, чувак. Прямо, знаешь, прямо и не страшно. Не страшно было прямо, да, вот сидит возле парыш, сиди, короче. Напарница хотя бы их слепила как-то, не знаю. А! What the fuck? Так, все, уклон. Уклон, маневр. Вот так, понял, по коленке тебе! Да, нужно, наверное, как-то в комнаты не так резко запекать. Так, какая там кнопочка? А, Е, все, окей, на Е так вышли. Угу. Побежали быстрее. Все, окей. Open the door. Так, чувак, лежи смирно, я сделал контрольный, это так надо. Окей, детка. Так, shotgun, bitch. Шотган. Пам. Ух ты, классненько. What the fuck? Чё за дерьмо? Чё за дерьмо-то, а? Ой, вот еще один. Это хорошо. О, найс. Найс. Thank you. Смотрите, нычки. Что тут можно еще найти? Ух ты, шотган какой. Пам. Ой, чё мне поменяли? Да. Я, кстати, увидел тут фишки. Так, что тут у нас еще есть. Хорошо. В принципе, ух ты, ломик. Против лома нет приема. Что у нас еще есть? Так, нажмите, бла-бла-бла. Нычки. Какие-то плюшки. Блестяшки. Все забираем. Так, все, что есть, мы заберем. Так, ну, нужно нажимать левый... Ну, левый, правый, пофигу. Молодец, сильная девочка. Как будто какие-то мужики играют, а не девчонки. Серьезно, пипец. О, ух ты, девочка, привет. Окей. Клэр, опа. Ты... Я что-то видела. Что-то. Нельзя. Так. Можно стол зашарить, не? Нет. Так, еще дело. Так, что у нас тут еще есть? Ух ты! Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Нормально. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Ладно, давайте. Так, поменяемся с ними местами. Можно залекаться, но я больше не буду. Нет! Не буду. Можно перезарядить? Нет. Как менять персонажа? Нет, тоже не так. Так, окей, я так поменяю его. Так, ух ты, класс. Что у нас еще тут есть? Вообще было не видно, это были патрончики. Это хорошо. Так, шарить мы можем стол? Нет, опять. Все вроде бы. Все, хорошо, меняемся. Я говорю, меняемся. На тебе ломиком. Так. Нет. На Б. Правильно, все. Поменялись, окей. Опять поднимай должны клетку, вот эту стенку большую. Давай. Раз, два, вскроем гараж. Так, темно и страшно, знаете. Я бы дальше не шел бы, серьезно. Ой, господи, дымка такая. И мы такие, типа, последние выжившие. С таким дробовиком раритетным. И у нас крутые браслеты. Так, ну что? На выходим. Ух ты! Ух ты! Какие-то
Белье что ли сушится-то? Так, что здесь у нас? Так ни хрена себе, господи, блин, это ужас какой-то. Надеюсь, что теперь... Блин, мне уже страшно стало, очень... Ни хрена себе, с топорами, с томагавками, боже ты. А, открыто, а, тут, слава богу, никого. Пенчик. Так, это топаз, нафиг не надо, видимо, покупать в магазине какой-то, потом патроны, что-то такое. Пипец, тут просто такие монстры сидят. Бугаи сидят, охренеть. А если это все откроется? Нет, 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 ребят, нет, не хоть. А, что? Нет, не надо, пожалуйста, нет. Я бы не хотел бы, чтобы сейчас, прямо сейчас открылись все, мать их, двери, и на нас вывалилась эта толпа. Охренеть просто. Вот это мутон. Гиганты просто, блин. Тут никого. Фух. Писец. Просто нам шанда. Господи, охренеть, а! Блин, да ты вообще, а? Охренеть, еще один сидит, он там со спиной разрезанный. Пипец. Чувак, успокойся. Сейчас тебя успокою. Тупые вот эти вот. Нельзя прострелить и бла-бла-бла. Что здесь у нас? Здесь у нас какая-то... А, выход, стойте, выход? А, там... Там лекарства есть. А здесь? Ух ты, какие-то... Какие-то книги, какая-то голова с какими-то... Какими-то крюками окровавленными. Что это за... Тут, наверное, это все потом заработает? Закрыто так закрыто. Можно здесь посмотреть. Я ставлю огненные, ну, например. Так, ну это нам не надо читать. Если захотите, ребят, поставьте на паузу, почитайте, кому интересно. А я дальше побегу, наверное. Да, можно ведь? Окей. Ну только подойди ко мне кто-то. Слава богу, никого. Так, какой-то журнальчик. Смотрим, открываем кафе. Какие путник. Он не знает, собственно, его приговор. Офицер. Так, бла-бла-бла, в общем. Ух ты, а вон ты шестереночка наша золотистая лежит такая прямо. Фиг потеряешь, можно сказать. Блин, как-то мышка теперь слишком быстрая. Нужно сейчас чувствительность понизить. Сейчас, ребят. О, ну, вроде другое дело. Так, какой-то кейс. Ух ты, фига себе, он еще открывается. А я-то думал... Я-то думал, нельзя. Ну, ладно. Так, что здесь у нас, ребята? Как-то можно руку туда подсунуть, нет? А, там же шипы. А, питание. Машина. Она не работает. Серьезно, не работает. Что это у нас такое? Что это за столик такое? Вы можете улучшать. Улучшение установки. Я ничего не могу установить, так как ничего у меня нету. Окей. Это жалко, конечно. О, смотрите, какой-то ящик. Ух ты, классно. Так, один, супер. Можно прокачать. Давайте прокачаем, наверное, пистолет. Угу. Удалить. Давайте подтвердим. А, все, окей, эскейп. Все, мы прокачали пистолет, хорошо. А, что здесь у нас еще есть? Это открыть. Ага. Так, жгут. Повязка, остановящая кровотечение. Вы можете ее использовать даже тогда, когда она находится... Ага, хорошо. У партнера. То есть, если она у партнера, то все равно я могу ее своровать. И заюзать. Окей. Окей, все просто, все понятно. Давайте наверх. И будем включать как-то питание стараться. Потому что, я надеюсь, где-то оно здесь есть. Хотя, знаете, все-таки... Блин, да, так... говорили Full HD, все дела. На самом деле, это мыльцо-то видно, ребят. Ну, честно. Как-то, знаете, да, так... Ну. Ладно, к этому придираться не будем. Это не самое главное в игре. Пройти не можем, плохо. А спрыгнуть тоже не можем, только вот так вот. Пипец, против монстров она может драться и принимать удары от них, а спрыгнуть никак. Ладно, это все мелочи. А, все, подсажу тебя, давай. Давай, залази, давай, давай, камон, камон. Ух ты, камера поворачивается. Нифига себе, так, окей. Опс. Есть. Так. Нравится мне, знаете, вот этот вот капюшон такой, типа, в тему. Такие стены синие, так, типа, идешь с фонариком, кофточка такая, такой капюшон-то. Фиолетовый такой какой-то он. Типа, прикольный такой.
красивый, знаете, в тему. Так, что за кейс? А как вскрывать? Некоторые ящики могут отпираться для поиска, когда нужно. Расположение точки ядрения можно открыть на цвету курсора. Да. Дается только на... Ага, то есть... Отчет нужно как-то так. Мы вскрыли? А просто ломиком нет? Окей, давайте попробуем. Чего? А, там точка получается, где все понял, ребят. Да иди ты в пень. Окей, то есть, когда-то точка распахивания несколько... Ага. Есть, вторую задели, есть. Найс, открыли. Супер, что мы получили взамен? Ящик патронов к пистолету. Ух ты, прикольно, это хорошо, ребят, это же хорошо ведь? Наверное, да. Надеюсь, никто мне сейчас не хотелось бы. Ух ты, смотрите, нычка. Пасхалка, рубин один. Мало. Пэм, пэм, пэм. Скрываем. Приветики. А, вот и у нас заход, да, то есть с той стороны мы не могли зайти, правда, здесь была закрыта дверь, окей. Фух, так, дальше, сюда, и нам нужно взять питание, включить. Есть проход? Хорошо. Так, осторожно. Так, пэм-пэм. Господи, пипец, так можно целыми днями делать, знаете, так, пипец просто. А ну-ка, выражение лица, а ну-ка. Пипец, у меня так рука двигается, охренеть. Это, наверное, самая быстрая рука в мире. Вап, вап, вап. Найс. Так, здесь у нас ничего. Так, на мушке. Господи, пипец. Там пипец, такие демоны, шакалы вырываются уже, наверное, из бункеров своих. Ой, очень страшно, очень. Там что, тело? Это... А, это сундук? Охренеть. Ой, господи, это твоя голова, я испугался уже. Ага, там наверх нужно было зайти сюда как-то, да, войти, получается? А мы можем открыть? Блин, я хочу тут сундук открыть. Ух, что ж там интересненького. Так. Все пока спокойно. Ух, страшно, страшно, страшно. Let's not get ahead of ourselves. Так. Так, бич! Офигеть просто ему. Бэм! Вот так вот будет. С вами тупые монстры. Господи, это было ужасно. Можно ножиком вот так вот тогда полоснуть. Так, иди сюда! Нет никого, нет никого. Так, записочка, посмотрим. Дорогая мама, не знаю, обращусь ли ты это когда-нибудь, но ты мне нужна. Нас называют подопытными, нас пытают. Каждый день, каждый день. Каждый день, да. За что мне все это? Почему это происходит? Так, дальше. Мне очень больно. Каждый день я боюсь того, что будет дальше. Мама, пожалуйста, пожалуйста, помоги. Вот так вот. На клочке бумажки, ручкой, мелко, очень мелко, прям не прочитаешь. Написал, и знаете, так прям, так трагично, прямо, знаете. Их, получается, воровали, убивали, ну, люди же не по своей воле сюда шли. На эти все жуткие, страшные пытки. Мы сейчас будем всем мстить. Мы отомстим и всех. Фух, здесь убьем. Ой, what the fuck? Ой. Нет! Прямо в пяточку ему попал, пипец, просто у меня дух. Ой, блин, меня дух перехватил прямо, охренеть. Фух, пипец, прошу прощения, ребят. Ой, ну это нужно было, ой, нужно было выпить немножко водички. Не думайте, я просто воду выпил. Так, ох, страшновато, знаете, а что тут у нас? What the fuck? Headshot, bitch!
А почему он выпрыгнул туда? Глупый какой-то, наверное. Мы же, получается, в другую сторону, как шлёки. Патронов все меньше и меньше, это плохо. Записка. Записка. Прочие, которые начнены исполнять, будут изменить их уровни. Бла-бла-бла, это нам не надо, в принципе. О, нычка. Меняемся ролями. Так. Опс. Нара-нара-на, патрончики. Меняемся обратно, потому что мне уже как бы все окей, спасибо. Потому что я такая не вооружена никакая вообще. Будем заиграть сами за себя. Угу. А тут что у нас? Что ж тут у нас может быть? Книжки. Процесс. Бла-бла-бла. Опять поменяемся. Давайте поищем. Коктейль Молотова, смотрите. Ух ты, круто. Нет, ну это она уже возьмет, потому что ей сундучок. Ничего? Ничего? Вы серьезно? Тут ничего нету? Пипец просто. Я думал, тут хоть что-то есть. А оно вот так. Немножко в крови. Ладно. Давайте заберем. Заберешь наш коктейль. Ага, shift. А, вот как он кидается. Так, окей. Все, больше ничего нет. Тогда дальше. Ух ты, давайте попробуем. А, только она может скрыть. Давайте тогда попробуем вскрыть. Ох, сейчас, а ну-ка, посторонись давай. Мне понравилось скрывать на эти. Так. Фак, рядом было. Да господи, ну что за, блин. О, еще раз. Да ну почему? Ну твою за ногу. Ну это, блин, интересно сделали, но тяжеловасненько. Ну, где? Опять ряд. Ну твою же за ногу, а. Есть! Есть! Все? Есть один замочек. А, прокачка! Ящик с деталями. Это хорошо, ребята, это хорошо. Давайте перейдем нашего персонажа на основную девушку. И будем за тебя уже идти вперед. Громить всех этих громил. Закрыто, да? Все заперто. Так, и дороги нет обратно. Так. Так, тихо. Охренеть! Охренеть! Мазов пип-пип. Я докину? Дурак! Ой, дурак! Все, я уматываю! Они пойдут сюда? Офигеть! Просто же. О, господи. А! О, пипец. Ой, пипец. О, давай. Ран, Форест. Фух, куда я зашел? Что у нас здесь есть? Они за мной же вернутся, да, сейчас? Так, шотган, быстро. Ух ты, смотрите, ключики. Фух, все, ребят, на этом, наверное, уже будем серию заканчивать. Так что, ребят, большое спасибо всем за просмотр. Большое спасибо за то, что вы остались со мной и посмотрели это видео до конца. Вообще, большое спасибо за то, что вы остались со мной и продолжаете мне дальше смотреть, поддерживать. Так что, если вам понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, советуйте этот канал своим друзьям, знакомым. Я всегда очень рад новым подписчикам. Всем удачи, всем пока, ребят. Увидимся в новом ролике, в новой серии. Пока.